Жизнь говно. Да с чего ты взял-то? Почему жизнь говно? Классно все будет. Нет, ничего не будет классно, жизнь говно будет еще хуже. Всем привет, это Михаил Пайкин. Я должен собраться, это веселое видео должно быть жизнеутверждающее. Я не могу записать ничего жизнеутверждающего, я чмошник. Ну вот часто у нас внутри такой разговор происходит, или примерно такой, и мы страдаем. Так вот, страдать нам очень нравится. Мы кайфуем, когда страдаем. А когда мы не страдаем, как правило, мы не кайфуем. Вот эта вот радость, да нафиг она нужна? Страдание, это что-то такое глубокое, оно прямо пронзает нас, пронзает меня. А радость, это что-то такое поверхностное, такая, да ну нафиг. Лучше страдай. Поэтому мы притягиваем в свою жизнь страдания, потому что на самом деле в глубине души мы любим пострадать. Это кайфово, нам нравится вот это одиночество, неуспешность, жить не так, как мы хотим. Это так глубоко. Боль. Поэтому никогда не говорите, я живу не так, как я хочу, я страдаю. Вы страдаете, вы живете так, как вы хотите. Вы хотите страдать.